Какой современный ребенок не захочет быть красивым 1 сентября? И как сейчас принято говорить, иметь модный лук, то есть образ. После каникул каждому хочется пощеголять перед своими сверстниками новыми прическами. И, кстати, мальчики в данном случае не исключение. Очень интересную форму подготовки детей к школе выбрала наша и предложила наша общественная тоже организация, фонд «Мамина помощь». Мальчиков подстричь, сделать красивые прически. В первую очередь мы наберем деток вот из тех семей, которые не могут себе позволить быть красивыми. И мы этот проект назвали «Я джентльмен». Почему-то мы решили, что мальчишек хотим поддержать. Потому что так как на выпускной в основном у нас были девочки, я говорю, ну будьте теперь мальчиков. С легкой руки стилиста юноши от 7 до 17 лет прямо на глазах превращаются в настоящих джентльменов. Прически молодые клиенты предлагали сами, либо советовались с мастером. Егор, например, выбрал стрижку с пробором. Говорит, никогда такую раньше не носил. Есть и другие причины. Все люди, наверное, ходят такие. Ты думаешь, все люди с такими прическами? Ну, наверное. Между прочим, ребят преображали в настоящем барбершопе. И работали с ними профессионалы. Они скрупулезно и ответственно трудились над образом каждого подопечного, чтобы прическа выглядела безукоризненно. Клиент просил, чтобы у него это все дело причесывалось на бок, поэтому добавили разделение, чтобы им это было проще укладывать. Даниилу 12 лет. В настоящей мужской парикмахерской побывал впервые в жизни. Говорит, раньше часто экспериментировал с волосами. Мне делали то на бок челку, то вперед делали челку, то вообще коротко. Но все же остановился на классике. Вот и в этот раз просил сделать традиционную стрижку. Обосновал свое решение более чем убедительно. У нас там две девочки в классе, все остальные пацаны. То есть для девочек, можно сказать, прихорашивайтесь? Нет, а для мальчиков. Чтобы прическа хорошо держалась, маленьким джентльменам подарили средства по уходу за волосами. С их помощью ребята могут самостоятельно сделать себе укладку на 1 сентября. В мужской салон пришли дети не только из многодетных семей, но и из семей, попавших в сложные жизненные ситуации. Организаторы надеются, что эта акция поможет им почувствовать себя нужными, увидеть мир в ярких красках. Теперь их простыми мальчишками не назовешь. Перед нами ни много ни мало маленькие Гэтсби или одинцовские Дэнди. Кому как угодно. Ясно одно, без женского внимания они точно не останутся. И 1 сентября удивят всех оригинальными и модными стрижками. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».